Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги. Мы вас приветствуем на нашем брифинге «Ставки сделаны». Я Эдуард Ланчев и Олег Крот. Сегодня мы будем рассуждать о том, что же сейчас делать и какие ставки нам ставить. Для начала, пока я открываю доступ к своему рабочему столу, я хотел спросить Олега. Олег, хочешь анекдот расскажу? Ну, давай попробуем. Значит, анекдот такой. Брокер звонит клиенту и говорит: у меня для вас две новости, одна плохая, другая хорошая. Клиент: ну давайте с плохой. Ваши акции упали, вы полностью разорены. А хорошая какая тогда? Падение произошло на тонком объеме. Ну ладно, это была скорее хорошая новость для самого брокера или трейдера, да, не столько для клиента. Итак, что мы сейчас видим? Перед вами на экранах график S&P 500. Мы начинаем с западных рынков. А здесь одна свечка 240 минут. То есть это у нас 4-часовые свечки. И как видим, с начала октября у нас достаточно был устойчивый рост, пока он в конце октября, ровно месяц мы росли, не был прерван. В целом S&P держится неплохо. Мы сейчас заходим в некую пилу. При этом тенденция к росту, на мой взгляд, сохраняется. Если говорить обо мне, то я бы сейчас играл вверх по S&P. Олег, есть возражения? По S&P есть, конечно. Но ты давай продолжай, потом я уже поговорю. Ну, правильно. Олег, Эдуард, ты же... Да, сказал, что в пилу заходит обратно середину S&P. В пилу заходит, и пила, она нижняя граница здесь где-то 1230-1225. Поэтому с этих уровней вверх торговать смысла нет, потому что если пойдем к нижней границе, лучше подождать по ходу к этому уровню. Поэтому лонги только с тех уровней, скажем так. Ясно. Ну, я не исключаю, что мы попробуем снова к максимуму подойти, 1280. Вот. Ну, я не к тому, чтобы прямо сейчас взять и купить, но вообще говоря, рассматривать возможности, я думаю, что попытаемся его пробить 1260. На мой взгляд, так. Ну, ладно, хорошо. Продолжаем. Посмотрим на евро. Да, с евро все чуть хуже, чем у нас с S&P, да, на евро такое складывается ощущение, что нам вниз, и только вниз. Вот. Не знаю, как у вас, у меня вот это резкое падение и вот этот небольшой коридорчик вызывает ощущение дальнейшего падения. Да. Потом мы с Олегом до брифинга успели обсудить ситуацию в Европе, послушали на выходных выступления премьера Греции. И сложилось у нас мнение, что будут у нас печатать деньги, да, и в первую очередь печатать будут евро. И поэтому, если с точки зрения фундаментальных оснований, то наши с вами инвесторы и спекулянты попытаются забежать вперед, и даже если евро еще не успели напечатать, тем не менее, они будут его продавать. Поэтому пока вниз. Да, по поводу евро, в Европе есть еще, в отличие от Америки, скажем, место для маневра, то есть они могут снижать ставки. Если американцы уже им снижать некуда, то европейцы могут это делать, и они уже начали это делать. И, в принципе, рынки вчера, четверг, рост четверга, это именно снижение ставок в Европе у нас. А дальше уже, да, дальше уже можно печатать деньги. Почему-то Радиосвет говорит, что снижать уже американцам некуда, а как же отрицательная область? В отрицательной тоже можно еще платить за то, чтобы их доллары брали. То есть они будут оплачивать за это. А почему нет? Такие инструменты на рынке существуют. Давайте посмотрим на нефть. Нефть у нас жива, мы отмечали еще на прошлой неделе очень сильные покупки шли в нефти, как с той, которую вы сейчас видите, это Brent, так и североамериканской нефти. И на данный момент она держится весьма неплохо.
В то же время мы знаем, что нефть это у нас контртрендовый инструмент. Сейчас мы подошли к уровням, если по бренду брать, то это уровни 114, да, 114 и чуть выше 115. Эти уровни, понятно, с первого раза пройдены быть не могут. И хотя мы считаем, что в целом направление вверх сохраняется, тем не менее эти уровни достаточно сильное сопротивление. И поэтому, да, мы попытаемся их еще раз стукнуть и пробить, поэтому при откатах вниз покупаем, но тем не менее, скорее всего, не следует ставить себе цели, например, там 120 по бренду в ближайшие там 3 дня. Там, да? То есть... Да, я согласен. Сейчас еще поддержку товарным рынком оказывает решение биржи CBOT о снижении требований по залогам в связи с тем, что позиция обанкротившегося брокера MF Global переносится, и для того, чтобы не было маржин-колов, снижают требования по залогам, поэтому товарный рынок себя на этом довольно-таки неплохо чувствует, в том числе нефть. Вот, да, тоже я читал такое мнение, что сейчас у нас нефть идет вверх из-за того, что снизили залоги там, да. Но с другой стороны, почему она не идет вниз из-за того, что снизили залоги? То есть мне кажется, что фактор снижения залогов говорит скорее о повышении роли спекулянтов, да, но направление просто-напросто она идет вверх чуть сильнее, чем могла бы идти. Да. Ну, в целом, да, здесь спекулянты-то тоже, они в основном по тренду работают, не против тренда, поэтому тренд со мной вверх, поэтому понятно, что нефть за счет этого не вверх идет. Да, то есть первая причина, конечно, не снижение залогов, просто снижение залогов как бы немного дополнительную поддержку оказало, то есть сказав, что на скорости роста. И золото, последний наш инструмент, оправдывает, значит, повторяю, это 240 минут свечки, оправдывает он, значит, свои защитные функции, инструменты с защитными функциями. Мы видим устойчивый рост вверх. Предполагать, что он будет сломлен, пока нет оснований. Вот, но в то же время необходимо понимать, что уровни сопротивления, они близки. И эти уровни, если вы сейчас внимательно посмотрите, да, то есть мы дошли до минимумов середины сентября, локальных минимумов, и думаю, что на этих минимумах мы как минимум запилим. Вот, как минимум запилим. Но в целом золото, если у вас золото, то сбрасывать его со счетов сейчас, скорее всего, не следует. Те, у кого его нет, на серьезных откатах, думаю, вполне можно докупать. Олег, как, согласен с такой аргументацией? Да, согласен. Единственное, что мы вот где-то пару недель назад озвучивали цель по золоту 1800, эта цель уже рядом, и дальше золото может уйти в своеобразный коридор, то есть порядка 100 долларов, это 1700-1800. А с точки зрения покупок, также по золоту, если с текущих уровней брать, то где-то 1800-1820 там уже фиксироваться надо. А заходить на такие, скажем так, среднесрочные позиции, набирать только где-то от уровня 1700, надо ждать откат. Ну да. Олег, как посмотрим с тобой, что у нас сейчас происходит на российских рынках? Так, да, давайте сейчас я перейдем на российский рынок. В принципе, по российскому рынку ситуация пока складывается более-менее стабильно, вполне реально разворот у нас вниз, поэтому сейчас об этом мы поговорим. Так, давайте на индекс МВВ посмотрим. В четверг мы считали, что индекс провалится еще немного, до 1410-1420. Вот до этих уровней, и оттуда развернется наверх. Но понижение ставки в Европе сыграло свою роль, выкупать стали раньше, то есть разворот раньше произошел, и мы, в принципе, вернулись в этот коридор. Сейчас мы находимся в верхней границе, то есть текущих уровней идти еще выше, прямо сегодня и завтра, но шансы очень небольшие. Помимо этого, есть еще вещи, которые могут повлиять на снижение в текущей ситуации. Завтра будет голосование в Италии по бюджету.
там могут быть проблемы, так как Италия у нас сейчас после Греции основной поставщик негатива также будет. Вот. И технические картины тоже не очень приятные для роста, то есть если смотреть на график МВБ. Поэтому здесь вполне реально движение к уровню опять где-то 1470-1465, вот в эту зону. Если посмотреть по акциям, что у нас происходит, «Газпром» неплохо держится, сейчас по нему идет положительная информация. То есть, во-первых, китайский контракт опять сейчас на днях будет обсуждаться по «Газпрому». Во-вторых, «Северный поток» запускают. Поэтому «Газпром» неплохо держится. С другой стороны, эти новости уже отыграны. То есть вот этот вынос в «Газпроме» фактически и удержание на этих уровнях – это вот отыгрыш этих новостей. В текущей ситуации «Газпром» заходит в коридор. Коридор у него будет в районе 190-175. Вот на этих уровнях. Сейчас мы находимся в середине, в принципе, но чуть ближе к верхней границе. В связи с тем, что в целом, я думаю, что рынки сейчас пока пойдут вниз, но по «Газпрому» у нас есть положительная информация, которая еще может поддерживать его, поэтому «Газпром» пока не торгуем. По «Сбербанку». Ну, вот по «Сбербанку» вот пока был брифинг у нас, мы уже от 82 развернулись вниз. От 82 открывать шорты, то есть такая рекомендация, в районе 81-82. Цель здесь ниже 80 по «Сберу». Ну, стоп, соответственно, в районе 83. То есть по «Сберу» пока такая рекомендация. Здесь мы можем уйти вплоть до 79. По «Сберу» вниз. По «Норникелю». По «Норникелю» похоже он так же, как и «Газпром», заходит в боковик. Здесь уровни у нас, здесь волатильность очень высокая, поэтому здесь, если от текущих уровней открывать шорты, здесь уровень 5600, куда «Норникель» может уйти. Другое дело, что очень неплохая свечка это выкупная была, поэтому пока лучше его не трогать, «Норникель». Слишком хороший выкуп был с этих уровней. С уровней 5400. Кстати, 5400 также мы эти уровни обсуждали. Вот здесь я это показывал в четверг. Вот с этих уровней выкупили. Но пока выкуп был неплохой, поэтому пока его лучше не торговать. По «Лукойлу». «Лукойл» в своем коридоре находится уже длительное время. Сейчас он опять у верхней границы. Учитывая, что нефть также у верхней границы, здесь по «Лукойлу» можно также открывать шорты с целью 1740, 1770 на этих уровнях шорты, ну и стопы где-то 1790. То есть здесь «Лукойл» может у нас также откорректироваться вниз. «Роснефть» очень неплохо выглядит, пока с точки зрения лонгов подождать надо отката, но шорты пока не рекомендуем. А по «Ростелекому», ну, здесь, конечно, 160 непроходимый уровень. Очередной раз мы от него разворачиваемся вниз. Другое дело, что есть довольно-таки большой стоп, получается, из текущих уровней шортить. То есть здесь порядка 3%. Поэтому «Ростелеком» пока, сношение доход-риск не в нашу сторону, пока не торгуем. Ну и ВТБ. ВТБ здесь также «Казбер» может откатиться вниз. Здесь также можно открывать шорты. Здесь стоп у нас 7 копеек, 7,5. Вот эти уровни у нас, где можно выставить стоп. Ну, а шортить от 7,4-7,35 вот в этой зоне. Так, не очень удачно. Вот, цель где-то 7,1-7,2, вот эту зону по ВТБ, куда можем прийти. Так, вот здесь. Здесь цель. Так, что по другим бумагам? По другим бумагам у нас «Сургут». В принципе, здесь мы рекомендовали его с этих уровней покупать. И стоп под 25,5. В принципе, если кто купил, то здесь удерживает позицию, потому что стоп пока не вышибло. И потенциал для движения наверх есть.
Но с текущих уровней покупать уже у 27 смысла сейчас пока нет. Потому что СБУ также может опять откорректироваться в этот коридор свой. По другим бумагам интересен также Новатек, так же как Газпром в связи с новостями по газу. Но Новатек сейчас может откорректироваться куда-то в районе 400-395. Поэтому по Новатеку пока надо подождать. А вот в целом по российскому рынку пока такая ситуация. Брифинг называется у нас «Рост до лета». Почему такое название? Начинается тенденция у нас снижения ставок, накачки ликвидности. Началось это раз все с Европы. Китай также планирует снижать ставки. Весной вполне реально, что Америка QE3 запустит. По этой причине рынки будут подрастать, но с откатами. Откаты будут вызваны в основном европейскими проблемами. Следующий у нас на очереди Италия. В Италии в январе довольно-таки серьезное погашение у нас по долговым бумагам. И декабрь-январь может быть двумя месяцами, скажем так, просадки. Но в целом мы ждем, что до лета рынки будут расти. А причина именно накачка ликвидности и снижение ставок. А других методов у правительства не осталось. Этот метод самый простой, и его, в принципе, все будут дальше использовать. Поэтому в текущей ситуации пока корректируемся. Шорты по Сбербанку, по ВТБ и по Лукойлу, то есть по трем эмитентам. Ну а дальше будем смотреть момент для входа в лонг. Так что пока ситуация такая по рынкам. Давайте посмотрим. Так, ну вопросов пока каких-то у нас не видно. Так. Давайте на этом будем заканчивать. В чате мы с Эдуардом будем еще 5-10 минут. Ответим на вопросы. Удачных трейдов. До свидания. Всего доброго. До свидания. Хороших вам инвестиций.